Как это можно совместить? Вот скажите, люди. Это на самом деле лет пижамы, котлет моя мама, господи. На доске уже есть окончание строк с рифмами. Задача придумать начало, чтобы получилось единое четверостишье. Ах да, а потом еще напеть его. О, пришло хорошее. Крестовый валет. Я его запишу. Оно мне сейчас только что пришло. Это очень будет смешно. Я не знаю. Это будет классно. Это прям блатняк. Это шансон настоящий. Это увлекательно. Сейчас, секунду. Я в процессе. Мне выпал крестовый валет. Раз это сон, соответственно, он спит, типа, от пота промокла пижама. Если мы выбрали эту эстетику, соответственно, мне выпал... Не-не-не-не-не-не. Там сейчас у меня там... Я сразу картина получается. Реально сделаем шансон сейчас, погоди. Мне прям приходит такая... Нет. Крестовый валет. Ага. Та-дам. И пижама. Это из денег котлет. То есть это должна быть... Такая душераздирающая история, то есть, соответственно, я сразу погружаюсь в тему, я представляю... Понял. И это нормально, что так долго вообще происходит? Он мучается. Соответственно, вряд ли он вспоминает ужин. Ну, то есть, котлет, в смысле, как еду там, да. Вот в этой строчке, на самом деле, должно быть... Сама суть, из-за чего страдания происходят. Денег котлет. Блин, почему котлет? Ну, елки-палки. Мне снился тот запах котлет, допустим, можно попробовать. Попробуем спеть? Я думаю, что такой ритмец должен быть как такой, типа как в песне «Что такое осень?» Мне выпал крестовый валет, от пота промокла пижама, и снится мне запах котлет. Прости ты меня, моя мама.